Всем привет, дорогие друзья! Смешного Зарбабай. И сегодня с вами поиграем в игру, которая называется Layers of Fear. Это демо-версия новая Layers of Fear. Ну как, относительно новой, это, скорее всего, больше сборник всех частей Layers of Fear, плюс со всеми дополнениями, и включая новое дополнение The Final Note, позволяющее взглянуть на историю Layers of Fear под другим углом. И совершенно новую историю писателя, которая свяжет все сюжеты воедино. Layers of Fear разрабатывается на Unreal Engine 5 и поддерживает технологию трассировки лучей HDR и разрешение 4K. Сама игра планируется выйти 15 июня этого года. Демо-версия абсолютно бесплатна в Steam, любой желающий может в нее поиграть. И мы с вами, соответственно, в нее и поиграем. У нас есть на канале прохождение Layers of Fear второй части. Первой части я не играл, поэтому для меня это будет как-то новенькое. Ну и посмотрим, что в итоге получилось на пятом Unreal. Буду очень рад вашим лайкам и комментариям, но мы начинаем. Всем приятного просмотра. Начать демо. Гамма. Давайте делаем немножко поярче, чтобы у нас YouTube все равно немножко затемняет. Применить. У меня было все. Для вкуса услады. Духов ароматы. Почет и награды. Ну вот. Ты пришла. И все отняла. Оставив лишь боль. Не знаю, что такое с тобой. Но я вернулась. Я пришла забрать свое. 10 годами ранее. История писательницы, глава 1. Итак, мы начинаем. Ну, по FPS прям хорошо. 60 кадров в секунду чувствуется на моем старом железе. Так что прям это прям хорошо. Напоминает то стихотворение. Поздравляю. Так. Повернуть. Голос был мужчины, но по рукам это вроде как женщина. Нет? Ну ладно, пошли дальше разбираться. Ну, пока все. Выглядит нормально. Сейчас подойду. Здравствуйте, неразборчиво. Еще раз поздравляю с победой в конкурсе. Мы не устаем повторять, что ваша работа нас поразила, и мы рады пригласить вас в нашу обитель. Чувствую себя как дома. Весь маяк в вашем распоряжении. Мы будем присылать припасы лодкой раз в неделю. Если что-то потребуется, на маяке есть телефон. Желаю вам вдохновения и плодотворной работы. Дирекция. Транскрипт. А, это перевод, да, у нас? Окей. Ну, ты смотри, как сделан листочек-то, как прям настоящий. Хорошо, закрыть. Ну, давайте возьму телефон.
Алло? Мне сообщили, что вы на маяке. Надеюсь, вы найдете там все необходимое. Оперативно, однако... Да, я здесь. Приятно слышать. Как идет работа? Что? Послушайте, миссис неразборчиво, вам нужно начинать работу как можно скорее. Напомню, что вы подписали контракт. Все сроки были оговорены. Рекомендую не затягивать. До свидания. Я слишком трезва для такого разговора. Предлагаешь напиться? А чё бы нет? Самое то. Только приехали сразу бухнуть. Так подожди, записка почему-то была от мужского этого. Две записки и мужской голос. Все-таки, да, мы играем с вами за женщину. Хорошо. Все закрыто. И тут закрыто. Хм, весь маяк в вашем распоряжении. Ага, конечно. Да, все закрыто. И маяк явно не в моем распоряжении, да? Да ты смотри, реально все позакрывали. Знаешь, почему закрыли? Потому что это демо-версия, поэтому закрыли. Ты, правда, про это не знаешь, но... Все двери закрыты, потому что демо-версия. В окнах вообще ничего не разглядеть. Так, а ты умеешь прыгать? Интересно, как что-то должен я перейти? Если все двери закрыты. Вот лампочка барахлит. Ну, явно нам надо туда. Ты можешь перелазить как-то? Нет? Нет, она перелазить не хочет. Ну и тогда что мы тут потеряли? Она хочет бухнуть, а где же ты будешь бухать-то? У тебя в чемодане что-нибудь есть? Где вообще твой чемодан? Тут нет бухла никакого. А, мы с ним сработать. Ну хорошо. Что это было? Наверное, надо будет, знаешь, дверь закрывать за собой. Не, я думал, ящики убрали. Да нет, все закрыто вроде. О! Кто-то открыл кладовую с бухлом. Ты хотела бухнуть? Пожалуйста, вот. Тебе выпала такая возможность. Сейчас глянем, что тут можно бухнуть. Ну тут неразборчиво, конечно. Может, ты там что-то разбираешься, но набрать не хочет ничего. Какая-то кладовка. Ну ладно, давай возьмем. Откроем картину. Особо ничего не поменялось, так что пойдем. Раз уж я здесь, можно позвонить. Кому? Алло? Привет, дорогой. Звоню сказать тебе, что я на месте. Представляешь, мне уже позвонили из агентства и спросили, как идет работа. Безумие какое-то. Тебе хоть сумки дали разобраться с дороги? Как вообще маяк? Вдохновляет? Пугает? И то, и другое. Я как раз тут осматривалась. Это определенно что-то с чем-то.
Как у тебя дела? Лекарства работают? Обо мне не волнуйся, мама. Думай о себе и своей работе. Это твое время. Наверное, ты прав. Ладно, тогда пора приступать. Пока, сынок. Люблю тебя. И я тебя, мама. Окей. Я закрою на всякий случай. Ну, первая часть прям была в очень хороших отзывах по игре, а вот вторая как-то многим не зашла. Посмотрим, что в итоге получится из этого сборника. Но я бы сыграл бы. Я бы, конечно, бы сыграл. Было бы интересно. Тем более, как написали, что свяжет и первую, и вторую часть вместе. История художника, глава вторая, грунтовка. Теперь мы играем за художника. Мотыльков тянет к пламени между ними, будь то пламя страсти, отчаяния или ненависти. Прошлое тебя настигнет. Past catches on. Хорошо. Нет, это личное. В смысле? Не дашь почитать? Ну ладно, жадина какая. Какие-то награды. Тут тоже полная неразбериха. Это открывается? О, так это все открывается. А, нет, это не открывается. Я-то думал, открывается. Ненавижу. Даже сейчас, потерянным, ты это заслужил. Закончи ее. Кого? Картину? Раз мы играем за художника, то, скорее всего, про картину идет речь. Уведомление об увольнении. Я увольняюсь с должности горничной в доме неразборчивая. Мэри Смит. Ну, вообще, красиво. Сделано прям красиво. И прям частота кадров хорошая, мне прям радует. 70 FPS. Ну, тут уже можно где походить. Это тоже дом побольше. Побольше, прям побольше. Так, подожди, это какая-то картина, что ли? Ты смотри, один кусочек из пяти. И тогда соберу всю картину, получается. Ладно, но вариантов, куда можно еще пойти, прям очень много. Ну, давайте закончим сначала здесь проход полностью, да, посмотрим. Красная лампа, вот ненавижу красные лампы, я же не фотограф. О, прошло в сохранении. Здрасте, приехали. А тут как бы это тупик. Опа. Что-то поменялось. Ну, давайте посмотрим. Но картины все какие-то прям ужасные. You
Тебе всегда хотелось большой сад. Мол, зелень успокаивает нервы. И чего там плохого? Какой путь стоит выбрать? Да я не знаю, я вот уже пошел куда-то. Мне вот тут дверь? Откуда я знаю? Он даже картины висеть не хотят. Настолько они некрасивые. Мне всегда нравилось рисовать кровь. Тебе в эту дверь? Да блин, откуда же я знаю, какую у меня дверь-то? А, это ты мне предлагаешь выбрать, какой выбрать путь сейчас. Тогда я пойду прямо. Тогда я пойду прямо. Ну да, тут прям что-то какое-то раздвоение личности. Ага. Я понял. Мы должны с вами выбрать путь. Ну давайте выберем сюда. Чем они отличаются, я не знаю. Вредители на холсте, пульсирующая шерсть, яд для краски, решение сжечь. Сжечь кар... А, уже все, путь закрыт. Я выбрал свой путь. Хорошо. Как это ж повлияет, непонятно. Опа, подожди, тут что-то еще есть. Фотография. Так, опа, воу. Тут все в огне, я выбрал горящее здание. Класс. Хороший мне, конечно, путь. Никаких отговорок, никаких инцидентов, никаких слабостей. Только огонь в глубине души. Закончи ее! Так как я закончу, все горит. Мне надо как бы бежать отсюда нафиг. Я должен одолеть тьму. Так, ну это горелка. Я думал, ты будешь тушить. Свечка. Класс. У меня есть свечка и один кусок картины. И все. Я должен ее сжечь? А, подожди, тут надо поставить свечу. Да подожди. Ну, где? Отлично. И сразу горит. Замечательно. А, вот вторая. Ага. Проход открыт. Ну хорошо. Можно провести электричество в спальне, в комнату с пианино. А в остальном, не любишь огонь, просто не подходи к нему. Вот и все. Не хотелось, чтобы дошло до этого. Но иначе никак. Не придется защищаться. Нажмите право, чтобы использовать лампу. А зачем она мне нужна? Ты кто? Подожди, а что это такое? Что за полоса? Сфокусируйтесь, чтобы изгнать отголосок. Ё-моё. Какие-то отголоски. Жесть. Ключ. Я, пожалуй, закрою. С тех пор, как я отправил последнее письмо, обстановка только ухудшилась. Вчера подо мной развилась табуретка, а чашка прилипла к кухонному столу. Нужно нанять новую обслугу. Но эти люди настолько ленивы. Создается впечатление, будто никто не хочет работать.
Ой, не говори, такие все ленивые стали прям. Так, подожди, а зачем? Так, во тьме ты прозреваешь. Да? А что это даст? Она может перегреется, кстати. Вроде как... Да, смотри, краснеет. Ага, понятно. Перегревается. Так у меня есть ключик? Оу, жесть. Фу, какая гадость. Фу, какая гадость. Так, прошло сохранение. Так, подожди, но я вроде как вернулся, нет? Мадам, неразборчиво. С сегодняшнего дня я увольняюсь с работы в этом доме. Думаю, причины можно не объяснять. Вы сами знаете, каково жить в этом доме. Хочу дать вам совет. Постарайтесь проявлять больше понимания и симпатии к новой обслуге. Think about being more understanding and a bit nicer to future servants. Хорошо. С меня хватит. Я справлюсь без чужой помощи. Вряд ли настолько уж сложно сделать так, чтобы этот дом не развалился на части. Ну так он разваливается уже. Как же ты не понимаешь? Я работаю! Честное слово, если меня еще раз кто-то отвлечет... То что будет? Мне казалось, будет сложнее. Странно. Кости так легко не должны ломаться. Зачем тебе пила? Понятно, нам сюда. Так, это отголосок тоже, да? И... Так, вроде как все горит. Я что, горю? Фу, какая жесть. Что происходит? Где-то тут был ключ. Тут где-то был ключ. Что надо делать-то? Все? Ну и куда мне? Полная, конечно, чертовщина. Что произошло? Ого! Этот дом просто восхитителен. Но ступеньки. Если переедем, то с моей ногой тебе придется носить меня в спальню на руках. Да проще будет тебя в спальню переселить. На первом этаже тебе сделать. Чем ты будешь ходить. В общем, получается, так скорее всего, тут, наверное, произошел пожар. Может, свеча упала или еще что? Да выходи ты, пожалуйста. Ее единственная радость. Музыка. Может быть, мы таким образом успокоимся? Ну,
Ну, я бы не сказал. Хотя нет, успокаиваемся, ты смотри. Да, музыка успокаивает. Хорошо. Это уже хорошо. Что пишет? Закрыто. Мне нужно было отделить плоть от кости. Сначала я растерялся, не представляя, как это сделать, но потом отпилил ее ручной пилой, сварил и положил кость в ступку. Мне пришлось ее достать, потому что раньше я такого, безусловно, не делал. Наконец, смешал порошок с небольшим количеством белой краски. Вышла отменная грунтовка. Грунтовка из чьей-то кости. Надеюсь, не человека. Дорогая, ты что еще удумала? Разве врач не запретил тебе напрягаться? Оставь инструмент в покое, он никуда не денется. Ну, хорошо, но я возьму с собой. Это меня успокаивает. А вот тут что-то не перевели. Ну ладно. Ой, уже дверь открылась. Хорошо. Так, это я нашел фотографию. Это столько надо было найти фотографии? Нет, это личное, ну хорошо. Каждый раз орет. Так, это понятно. Тут ничего. Тут что-нибудь откроется? Нет, не открывается. Жесть. Я тебя ненавижу. Даже сейчас, потерянным, одиноким, безнадежным, ты всегда был одинок, всегда будешь. Надежда фатальной ошибкой. Закончи ее. Кого? Картину? Что я должен закончить? Мне нужно было отделить плоть от кости. Так, подожди, так это у нас уже было. Полная чертовщина, конечно. Но его усилий было мало. Он приходит ко мне, когда я допиваю бутылку до дна. Рогатый мастер кубизма. Мы пьем, чтобы выпасть из реальности, пока не обострится восприятие. Я режусь о прямоугольный, бесконечно прямой край стакана, а он уходит в свое гнездо, в зрачок моего левого глаза. Но фонарик пока нам не нужен. Да, тут, конечно... Ага. Допустим. Мне надо поставить три шестереночки, да? Тогда двери откроются. Закрыто. Ничего не видно. Крысы побежали. И
летит твой налево. А куда мне бежать-то? Это кто еще? Да закрой эту дверь. Так подожди, мне сейчас куда? Иди твой налево. Что за старуха? Что за старуха? Беги! Она не может бежать, у нее нет шифта. Беги! Офигительно выламывает двери. Просто напрочь. Что? Куда? Зачем? Что дальше? Это уже выломанная дверь. Смотри, сколько он тут переломал этих дверей. А, мне надо теперь в таком темпе найти все шестеренки, серьезно? Ох, она уже близко. Она уже близко, давай, быстрее, быстрее, давай куда-нибудь. Я не знаю, куда, давай сюда. Тут целый лабиринт, мне надо найти последнюю шестереночку, последнюю. Офигеть. Вот этот трешак пошел. Да быстрее открывайся, дверь. Вот она, последняя шестереночка, хорошо. Куда только мне перейти-то надо было? Так, мне надо как-то пробраться, где... О, какая крыса. Тихо, подожди, закрой. Иди твой налево, она уже здесь. Как же она быстро ходит-то? Фух, все? Да, дура, закрой дверь. Чего открываешь? Фух, все, успели, нормально. Да, напряженная, кстати, напряженный момент. Спасибо, что попробовали демоверсию Layers of Fear. Надеемся, вам понравилось и с нетерпением ждем обратной связи. Оставайтесь с нами и погрузитесь глубже в безумие. Хорошо. Вот такая вот демочка. Кого заинтересует, то ссылочка на демку в Steam в описании под видео. А на сегодня у меня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Зен. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих играх. Всем удачи, ребята, всем пока.